здесь? Все. Не, у меня все. Все, все, это у меня да. Так, ну все, молчи. Только громче чуть-чуть, ага. Сегодня закончился чемпионат Харьковской области среди сеньоров и ветеранов. Награждается за первое место Юрий Фроди. Поздравляю. Награждается за занятое третье место Юрий Пронин. Это надо выпустить. За сеньора. За категории сеньора, да? Ага. Так, сейчас еще раз. Еще раз. Да. Награждается. В категории сеньоров за занятое третье место награждается Юрий Пронин. Все. Не шуми, не шуми, наверное. Чемпионат Харьковской области. Ничего, не спеши. Да, чемпионат возьми в руки, прочитай. Да. Чемпионат Харьковской области. Среди сеньоров теперь уже ты будешь. Ага. Ветеранов уже нет. Уже. Чемпионат Харьковской области среди... Чемпионат Харьковской области среди сеньоров награждается за занятое третье место Юрий Пронин. Также награждается за занятое второе место Валерий Серый. И хоть стабы поближе. Куда будет дальше? Поближе. Жена Ленина. Первое. Первое. Награждается за занятое первое место среди сеньоров Руслан Шевченко. Так, совместное фото вот здесь, пожалуйста, если можно. Да? Так, всех нужно? Да. Здесь, пожалуйста, если можно. Женя, давай. Так, улыбаемся, радуемся. Медальку поправить. Да. Ага, ага, все замечательно.